I love you. Это случилось. Я встретила его. В одну из обычных пятниц я шла по торговому центру, просто пытаясь отвлечься от рабочей недели, и вдруг я увидела его. Его внутренний свет проник мне в душу. Я подошла ближе и услышала его запах. Он пах надеждой, романтикой. Это проникло в меня и не отпустило. Я закрыла глаза, и мои фантазии унесли меня куда-то в старый Париж. Стук каблучков, запах любви и свет, много света и брызги шампанского, и ветер, и холод, и тепло внизу живота. Я кружилась в танце. Я открыла глаза, а он смотрит на меня. Я взяла его холодную, замерзшую руку и почувствовала его своим. Я нужна ему. Мое тело, волосы согреют его и раскроют. И он раскрылся. Он стал раскрываться новыми красками. Мы не смогли расстаться. Я принесла его в дом. Он во мне, он везде, в волосах, под кожей. Теперь он мой, только мой. Я буду с ним усыпать и просыпаться. Кстати, его семья мне тоже понравилась. Надеюсь на долгие серьезные отношения. Я их тоже, всю семью заберу к себе жить со следующей зарплаты. Ох, эта любовь зла.